Глупый будильник, опять ты меня напугал. Да тише ты. Эй, а где моя игрушка? Доченька, знакомься, это твоя новая сестричка Фиби. Надеюсь, вы подружитесь. И не мечтай. Утро, пора вставать. Я первая в ванную. Подвинься, сама подвинься. Я ничего не вижу. Уходи из ванной, сама уходи. Уйдем обе. Я могу накраситься и в комнате. Я тоже. Я накрасилась быстрее тебя. Ну и ладно, я просто прелесть. Держи, сестренка. Твой талант должен услышать весь мир. Мамочки, кто это поет так громко и так фальшиво? Фиби, можешь петь намного тише, дочка? Мои уши в депрессии. Привет, ребята. Видели мою сестру? Билли Айлиш завидует. Привет. Над чем смеетесь? Сандра, как ты могла так меня подставить? Папе понравится картина, которую я для него рисую. Ну и подлиза. О, есть идея. Заберите вашу доставку. Что? Хорошо. Месть злобной сестры. Упс, разлила воду. Что? Моя картина. Здесь все размыто. Мой подарок испорчен. Папочка. Детка, вау, это моя любимая картина. Я видел этот мировой шедевр на выставке. Смотри, я мечтал об этой копии. Это лучший подарок, спасибо. Помогу Фиби собрать ее рюкзак в колледж. Получать знания очень тяжело, сестренка. Какой тяжелый у меня сегодня рюкзак? Там что, камни? А нет, это блины от штанги. Вау, эта девушка ценит силу. Фиби, хочешь, покачаем мышцы вместе? Давай я помогу тебе с рюкзаком. Конечно, Колин. Что? У нас все кончено, Колин. Эти конфеты – сладкий подарочек для папы. Осталось сделать чай. Что тут у нас? Обожаю бесплатные конфетки. Еще одна, и еще, и еще. Все, закончились. Жаль. О, нет, мои конфеты. Кто их съел? Папа уже идет. Соберись, Фиби. Я все еще могу сделать папе подарок. О, как мило получилось. Привет, папа дома. Как дела? Папочка, я приготовила для тебя подарок. О, как это мило. Ты сама сделала? Спасибо, Фиби, ты мое солнышко. Подлиза. Что? Это Фиби и тут обошла меня. Ну все, я подпорчу ее доску славы. Теперь это доска позора. Ого, неужели это Фиби? Никогда бы не подумал. Ребята, что? Фиби, ты так фотогенично ковыряешь в носу. Это не смешно. Сколько раз я тебе говорила, не бери мои вещи. Уходи, Фиби, это моя комната. Ну и жадина. О, милый телепузик. Это тоже мое. Здесь все мое. Уходи. Теперь все вещи подписаны. Никто не будет трогать вещи Сандры. Что? Ну хорошо, Сандра. У меня тоже будет своя комната. И это принадлежит Фиби. Thank you.
Что? Фиби! Да, не трогай мои вещи. Сыграем? Давай. Усложним правила. Сыграем с завязанными глазами. Давай. Не подглядывай. Лови. И маленький пранк с разлитым стаканом. О нет, Фиби, ты разлила сок прямо на диван. Какая неуклюжая. Девочки, Фиби, зачем ты перевернула стакан? Мы просто играли, папочка. Не волнуйся, пап, я все быстро уберу. Это был мой любимый диванчик. О, молодец, Сандра. Бери пример с сестры Фиби. Ты такая заботливая доченька. Идеальное платье для моего первого свидания. Хочешь пойти в этом платье на свидание, сестренка? Еще чего? Пойдешь в этих джинсах. А где мое платье? Ладно, у меня мало времени. Придется надеть вот это. Сойдет. Вау, у нас одинаковый вкус в одежде. Ты мне нравишься еще больше, Фиби. Девочки, какой беспорядок. Немедленно уберите все вещи в своей комнате. Конечно, я все сделаю, папочка, не волнуйся. Не нужно мне помогать, Фиби. Иди и отдохни, я сама уберу. Вау, Сандра, как здесь чисто. Ты просто молодец, спасибо. О, мой свитер, я его поправлю. Оу, что это? Шкаф показывает фокус? Еще один узел? Когда это кончится? Ауч! Попалась, лузер! Пора сделать моим дочкам подарок. Что же выбрать? О, велосипед. Отличная идея. Быстрая доставка. А вот и он. Идеальный безопасный транспорт. Девочки, вас ждет сюрприз. Это вам. Спасибо, папочка. Что? Трехколесный велик? Серьезно? Можешь забирать его себе, Фиби. Окей, я сделаю из него красавчика. Побольше розового и меха. Какой милый велик. Юху, покатили. Сандра, как тебе наш велосипед? Правда он миленький? Что? Нет, наш велик не будет выглядеть как жертва Хэллоу Китти. Я все исправлю. Прощай, розовый мех. Возвращайся в мир единорогов. Я сделаю этот велик королем крутости. Вот так. И побольше шипов. Что? Ты все переделала? Нужно добавить стразы. Нет, не нужно. А я говорю, нужно. Нет, убери руки. Отдай. Нет, ты отдай. Нет, ты. Стоп. Вот вам киндер-сюрприз. И не ссорьтесь больше. А велосипед я заберу себе. Все блестит чистотой. Упс. Я все слышал. Кто разбил мою любимую вазу? Признавайтесь. Это была я, папочка. Я убирала и случайно зацепила ее пипедастром. Не злись, пожалуйста. Серьезно? Ну, больше так не делай и убери осколки. Ты прикрыла меня. Спасибо. Я сама уберу все. Я помогу тебе. О, сестренка, мы больше никогда не будем ссориться. О, мой детский рисунок. Я помню его. Фиби, смотри, тогда ты только пришла в наш дом. Так мне повезло, что ты моя сестра. О, вы мои любимые доченьки. И королевой колледжа становится Нэнси. Ура, поздравляем, подружка. Ты победила. Нашли чему радоваться. Ура, Нэнси, ты лучшая. Мы тебя обожаем. Нэнси, поздравляю.
Я приготовила сюрприз. Там? Заходи скорее. Эй, куда я попала? Фух, наконец-то я от нее избавилась. Что это за место? Выпусти меня! О нет, где же ручка? Открыть дверь не получится. Я и не знала, что в колледже есть такая заброшенная комната. Сколько здесь пыли и ненужного хлама. Попробую навести здесь порядок. Нэнси вот-вот будет здесь. Это она. Нет. Встречается новую королеву. А где Нэнси? А это еще кто? Нэнси пропала. Как пропала? Нужно ее найти. Я отправляюсь на поиски. Ищите, ищите. Ничего у вас не выйдет. Начну с объявления о пропаже. Осторожно, радиация. Сюда лучше не входить. Любопытно. Раньше я этой комнаты не замечала. Глупый канат. Кто там? Корона? Нэнси? Вот ты где, наконец-то. Надевай корону и пойдем скорее. Тебя все ждут. Но как нам выйти? Ручки нет. Вот я и сижу здесь. И что нам теперь делать? Мы застряли в этой комнате навечно. Катастрофа! Не преувеличивай. Смотри, мы можем построить секретную комнату. Ну, конечно. Отличная идея. Для начала уберем все лишнее. Хлам отправится в угол. А у нас появилась прекрасная секретная комната. Как мило. Вот только мне не забраться сюда без лестницы. Ясно. Но эту проблему можно решить. Мне понадобятся доски и шуруповерт. Откуда у тебя в сумке инструменты? Я ведь лучшая студентка в классе труда. Серьезно? Я и не знала. Наконец-то мои навыки пригодятся. Ступеньки готовы. Вау, спасибо, Молли. Ой, на каблуках здесь подниматься опасно. Осторожнее, Нэнси. Я знаю, что делать. И мне пригодятся эти деревянные балки. А вот и перила для лестницы. С ними ты без проблем поднимешься по ступенькам. Перила слишком скучные. Вот были бы они розового цвета. Ты согласна? Нет, у меня есть идея получше. Такая расцветка тебя устроит? Идеально. И подниматься теперь легко и просто. Наконец-то можно отдохнуть. Я так устала. Тебе нужна подушка. Какая мягкая. А это что такое? Похоже на крючок для сумки. Так и есть. Очень удобно. Отличное место для объявления. Приклею покрепче. Ты что творишь? Совсем страх потерял. Упс. Простите, я случайно. Стой! Спасите! Они уже близко. Радиация? Лучше это, чем быть пойманным. Где же он? Может, за этой дверью? Сюда я точно не ногой. Я в безопасности. Тише, не хлопай дверью. Нэнси заснула. Прости. Рада тебя видеть. Давай сделаем для кровати Нэнси большую корону. Отличная идея. За работу. Тише. Не разбуди Нэнси. Не подумал. Сделаю звук потише. Из этого выйдет отличная корона. Вперед. Похоже, корона готова. Здорово. А я займусь покраской. Камушки так ярко блестят. Нэнси взаперти слишком долго. Проголодалась, наверное. Я должна поделиться с ней ланчем. Вас здесь много? Ты! Упс, дверь захлопнулась. Фиби, это ты во всем виновата. Ой, моя сумка и мои фотографии. Фиби, мы ведь были лучшими подружками. С тобой всегда было весело, что бы мы ни делали. Играли в крестики-нолики.
делали смешные селфи, болтали обо всем на свете. Моя книга. Я помогу. Ты новенькая? Спасибо, да, я Молли. Я Нэнси. Приятно познакомиться. Нэнси нашла новую подружку, а обо мне уже забыла. Ну и ладно. Но ты всегда будешь моей лучшей подружкой. Марк, сделай так, чтобы эти фотографии украшали мою секретную комнату. Готово? А ты помнишь эту вечеринку? О, да. А ты помнишь? Может, украсить цветами? А если гирляндой? Нужно больше подушек. Смотрите, что я нашел. Фонарики. О, Марк, а если добавить блесток? Надеюсь, эти светильники им понравятся. Вау! Изумительно! Восхитительно! Им понравилось. Марк, ты гений. Чем бы еще украсить комнату? Старые диски могут пригодиться. Шарики с пенопласта – то, что нужно. Диски разломаю на кусочки и обклею шар. Сделано. Ребята, у нас есть свой собственный дискошар. Повесим его здесь, и вечеринка начинается. Какой тяжелый рюкзак. Нужно достать все лишнее. Шуруповерт. Банан. Откуда это взялось? О, ткань. Какая красота! Сделаем из этого шторы. Получилось очень уютно. Дай 5. И Фатин нашелся. Он украсит стенки. Готово. Вау! Великолепно! Я в восторге. А это что? Корзины для мусора. Что у тебя? Шлемы для поединка. Сразимся? Ну ладно, я готов. Защищайся. Что они делают? Думаю, мы сможем превратить эту корзину в красивый столик. Я сдаюсь. Принесла. Сперва покроем все серебряной краской. А дальше закрепим столешницу. И украсим стразами. Я нашла растение. Идеально. Мы полностью преобразили комнату. Девочки, мне эта корона не нужна. Но почему? Потому что каждая из нас королева. Как мило. Нужно сделать фото на память. Марк, фото с радостью. Улыбайтесь. Снимаю. А мой телефон в сумочке. Да это же ручка от двери. What? Это? Упс, а я не поняла. О, Молли, если есть ручка, мы можем выйти. За мной! В колледже всегда интересно. О, нет, что он делает? Прекрати, так он не поместится. Нужно вертикально. Ой, правда, спасибо. Пожалуйста. О, Фиби влюблена в Колина. Это так мило. Из вас выйдет отличная пара. Привет, что делаешь после уроков? Любовь спасет мир. Это уже слишком. Подача? О нет, берегись. Ай, больно. Ну все, с меня хватит. Нэнси всегда была королевой колледжа. Но в этом году все изменится. И у меня есть план. Королевой стану я, а Нэнси никто и не вспомнит. Помогите. За дело. Для начала поменяю номера шкафчиков. Нэнси, прошу, открывай его скорее. Посиди пока здесь. И дверь заблокирована. Если убрать парту Нэнси, никто не заметит, что ее нет. Класс, приветствую. Начнем с переклички. Колина, я вижу. Стоп, а где Нэнси? Нэнси? Она исчезла. О нет, ее нужно найти. Нэнси, где ты? И как мне выбраться? Ого, здесь целая тайная комната.
Нет, только не это. Сеть не ловит. Это бесполезно. Ладно, посмотрим, что это за комната. Скучные папки, инструменты. Зато есть из чего сделать самолетик. Плед. Бу, я привиденье тайной комнаты. Было весело. О, ракетка. Спорт — это полезно. Упс, я случайно. Ненужный хлам, еще хлам. Вау, рабочий комбинезон. Переделаю его под ультрамодный. Упс, перестаралась. Но это можно зашить. А веревка заменит пояс. Приключения начинаются. Я переделаю эту комнату и начну со строительства каркаса. А это нужно передвинуть. За дело. Соберу все детали и закреплю понадежнее. Шуруповерт – это вещь. И каркас готов. Можно красить. Розовый мой любимый. Повезло, что кто-то оставил здесь целое ведро розовой краски. Я никуда не спешу и могу красить хоть целый день. Но как сюда подняться? Лестница. Буду взбираться по ней на второй этаж. Думаю, меня она выдержит. Вау, а здесь что? Полная коробка подушек. Они мне пригодятся. Больше не осталось. Вау, красота. Здесь стало так уютно. Землетрясение. Альбом с фотографиями. Мои одноклассники. Как же я соскучилась, ребята. Знаю. Калаш из фотографий будет поднимать мне настроение. И гирлянда для атмосферы. Время обеда. Захожу. Привет, рада тебя видеть. Что ты здесь устроила? Собственную комнату? Этого в плане не было. Я ухожу. Как хочешь. Шкафчик нужно надежно закрыть. Нэнси, ты здесь? Пусто. А вот ее шкафчик. Кодовый замок. Как странно. Ребята, а вы знаете код от замка? Напишите в комментариях. Нет, не делайте этого. Ищем дальше. Печеньки? А у меня есть идея. Из старого картона я вырежу корону. Добавлю краски и украшу королевский бортик кровати драгоценными самоцветами. О, да, с такой короной легко почувствовать себя королевой. Сколько пыли! Здесь пора прибраться. Уберу все лишнее и наведу порядок. Расставлю все по полочкам и организую рабочее пространство. Теперь очередь кровати. Края слишком шершавые, но это исправит мех. Готово. Подушки и плед. Замечательно. А эту доску я повешу над кроватью. И буду тренироваться решать примеры. Добавлю украшения, чтобы решать было веселее. 5 плюс 7 равно... Сколько? Знаю, 13. Ребята, я правильно решила пример. Напишите в комментариях. Идея. Нам нужен шериф. Это отличная идея. Пончик. Я не поел. Пропала королева колледжа. Я занят другим делом. Ловлю вора-игрушечника. Мне не до королев колледжа. Вором займемся мы, а вы ищите Нэнси. Я захватил бинокль. Это подсадная утка.
Она будет приманкой для вора. А я просто поразговариваю по телефону. Никого, прием. На горизонте чисто. Есть время для селфи. Для селфи всегда есть время. Стоп, это был вор. Игрушка, она будет моей. Попался, ты арестован. Наручник маловат. Это было просто. Мы знаем, кто ты. Еще одна маска? Нас не проведешь. Это ты на фотографии. В полицию его. Мы привели вашего игрушечника. Теперь найдите Нэнси. Застрял. Съел слишком много пончиков. Нужно собраться, что мне нужнее, фото пропавшей или пончик? Конечно, пончик. За мной. Утка осталась у меня. Не дождешься. Знаю, нам нужна поисковая собака. Рюкзак Нэнси. Что? Собака говорит в путь. Здесь никого. Ты что там делаешь? Здесь есть дверь. Нужно идти дальше. Нэнси здесь нет. Мы все обыскали. Мы ищем не там. След приводит в коридор. Что? Поискать в шкафчике? Хорошо. Что делать? Они сейчас все узнают. Я должна унести шкафчик. Не получится, он слишком тяжелый. Идея. Игрушка для собаки. Скорей, бежим! Нэнси, где же ты? Теперь и собака потерялась. Что за день? И здесь она. Есть идея? Я муху поймал. Весь день за ней бегаю. Круто. Придумала. Что? Мы пойдем к гадалке. Помогите нам найти Нэнси. Позолоти ручку. Ладно. Этого хватит? Вполне. Вижу. Скоро ты встретишь свою любовь. Мужчину статного, богатого и красивого. И любить будет только тебя. И замуж позовет. И будете вы жить долго и счастливо. Мне нравится. Но мы ищем Нэнси. Где она? Это за отдельную плату. Денег больше нет. Закончились. И чего вы тут расселись? Сеанс окончен. Получилось, они купились. Упс. И что ты здесь делаешь? У тебя лицо испачкалось, пойдем скорее. Чуть не попалась. Как же здесь славно. Какой скучный глобус. Его нужно переделать. Вот другое дело. Глобус гламурнее, чем моя одежда. Так не пойдет. Готово. Привет. И кто теперь королева колледжа? Я. И ты видела мой новый глобус? Что? Для тебя это вообще не важно? Наконец-то. Моя мечта сбылась. А корону пока спрячу, чтоб остальные не догадались. Куда его подключить? О, дверь открыта. Я за тобой. Отлично, в классе есть розетки. Привет. Нэнси, милая, где же ты? Стоп, что? Нэнси, постой! What? Как это произошло? Твоя секретная комната – просто чудо! Ну вот, снова они все вместе, а я одна. Я вовсе не королева колледжа. Эй, не грусти! В колледже может быть две королевы. Пойдем, тебя все ждут. Вы меня прощаете? Конечно. Ладно, никаких обид.